целых 3 долларов. Понятно? Вы знаете, дорогие друзья, еще раз повторяю главные 3 причины, почему выбрали юг Иордании. Именно это место первое, торговля Буд, который был рядом с городом. Вторая причина, то что как мы видим, город укреплен горами. А третья причина, то что было в те времена много воды. Естественно, мягкий климат. Как нам видно, город находится в долине, горы, и все время идем вниз. Это продолжение Вади Муса. Вот эта долина, которую нам видно здесь, продолжение долины Моисей. И смотрим туннель, который высекали его на Матице. Третьего века до нашей эры, чтобы живая вода шла за горами. В 1963 году здесь был большой поток воды. Наводнение, которое сливалось, все, как нам видно здесь, и по ущелью. В этот момент была французская группа, которая состояла из 22 человек с местным гидом. И, к сожалению, смывало этих французов с местным гидом, и все погибли. После этого наводнения археологи обнаружили здесь останки плотины. Но то, что нам видно, это восстановлено в 1969 году. А римская, набатийская плотина положена выше 1,5 или 2 метра, и по мосту ходили до города. Какая глянь пушка. Какая красивая. Да. 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 والله بدليل بكلها مديون. Очень дорогие друзья, то, что вам видно здесь, это главная дорога, единственная для туристов, называется Сын. Только, дорогие друзья, будем осторожны, то, что по ущелью ходят по воску. Слушайте, понятно? Будем осторожны. Главная дорога до города называется Сык. Сык – это сирианское арабское слово, в переводе на русском «тесная дорога». Длина этого сыка 1200 метров, ширина максимально 16 метров, минимальная 3 метра. Смотрим здесь, дорогие друзья, канал, который высекали его на Матице. Этот канал, который высекал город Петра, вытевая вода, и естественно этот канал был прикрытым камнем, чтобы вода не грязнела, чтобы не испарялась. Второй канал, дальше увидим, который положен по правой стороне, но здесь разрушен. Это полностью канал сделан из керамики, чисто хозяйственный канал. Как римляне добрались до города Петра, запомнили, сделали осаду полгода и закрыли, прокрыли этот канал. И после того, как закончились резервуары внутри в городе, Петра сдалась. Это было в 106 году нашей эры. И тогда римляне построили арку и называли ее Арка Победы в честь императора Траяна. Останки этой арки, смотрим наверху. Вот здесь, всем видно? Разрушилась эта арка, вот сами сильные землетрясения на Ближнем Востоке в 562 году нашей эры. И в 747 году нашей эры. Все, что было построено на Ближнем Востоке, до этого землетрясения, все отрушено. А то, что сохранился город Петра, это то, что сохранилось в Москве. Смотрим еще арки с левой и правой стороны, уже смотрим нищие. То, что на Батийске были язычниками. Эсма, что еще, а? То, что на Батийске были язычниками. Алло! Алло! Естественно, после этого убрали эти большой, некоторые более сохранили. Это то, что вы сняли из скала, и увидим это все. Нет, не будете меньше водить по ущелью, когда идет дождь. То, что есть 6 каньонов, которые смотрятся параллельно по ущелью. То есть это все сделано для вас, чтобы было меньше воды по ущелью. Прошу внимания здесь. Очень дорогие друзья, дорога, которую нам видно, это новая дорога. Сделали ее в 1994 году. Но это цемент, ну, цемент. Фиговое дерево. Эти деревья, их не поливают, потому что нет, зимой пьются воду внутри. Идем дальше, ромашки. Пожалуйста.
Солнце, который смывался как песчаный, и получился в этом виде. То есть это не рука дворна, это все природное. Минимальная высота Арте-Фабери, то, что мы там видим, 20 метров минимальная, максимально 116. Конечно, дорогие друзья, ущелье, как обнаружили швейцарец, этот город в 1812 году, было по-другому. Выглядит то, что засыпан песком как минимум 4 метра, и как максимум некоторые места 10-12 метров. Как нам видно здесь? Смотрим, пожалуйста. Видите, это было все под землей, под песком. И в начале 60-х годов 1900 чистили этот ущелье до останки римская дорога, которую нам видно на той стороне. Римская дорога, ее сделали во время императора Траян в 114 году нашей эры. Конечно, римская дорога была бы здесь, здесь, на этом ущелье. Но где разрушилась, остался песок, который сейчас положили в 94 году цемент. Конечно, римская дорога еще дальше сохранилась. Если б мне всемогущество было, я бы небо такое не зринул давно и воздвиг бы другое разумное небо, чтобы только достойных любило оно. Здесь называют его археолог Душара. Это богиня плодородия. По ущелью будет много смотреть. По левой, по правой стороне, вниз, вверх. Это все богиня плодородия. То, что два канала по ущелью. То, что смотрит, это на двух каналах, чтобы вода была плодородной. С этого за нас плодородие. Смотрим выше этот божество сразу. Нам видно шесть. Маленький столбов. Всем видно, без крыши. То, что предполагает археолог, но на базисах было понятно, что жизнь состояла из шести элементов. Вода, песок, ветер, огонь или солнце. Я уже вас проявлю, так далеко, далеко. Конная полиция. Thank you.
А вторая пещера, где стояла наша красавица? Там лучше. Здесь жили амазонки. Да. Амазонки — это воевикницы, которые охраняли Бога, которые воевали более того, и по ним грудом подводили солдаты, чтобы легко отрубать им голову. Садись. Фигуры — это амазонки. Увидим именно самому сокровищницу. В наши времена душа вспоминала. О, это уже романтично. Стали мужчины, которые видно. Вы все, дорогие друзья, смотрим разные цитатами. Образовались это за миллионы лет из-за того, что была вода и мед. Здесь максимальная ширина, пожалуйста, 16 метров. Другое название города называют Розовый или Красный город. Идемте. Если б мне всемогущество было дано, я бы небо такое не сдвинул давно, и воздвиг бы другое, разумное небо, чтобы только достойных любило оно. А вот и керамика, походу. Здесь вообще не существует воображения. Карен, добавай! Добавай, зачем мне тут? Архивная дорога в Петре. Нет, эти остатки той настоящей дороги. Зеленый цвет здесь. Помните, я вам сказал, что откуда мы пришли, куда свой путь вершим, в чем нашей жизни смысл, он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в пепел прах. Где, скажите, дым? Мне ненавистен гул гигантских городов, противно мне толпы движения. Мой дух живет среди лесов, где в тишине уединение. Внемлю я музыке незримых голосов. Недавно обнаружили нас. Здесь написано, что шов сделан в Китае. Осторожно. Сейчас задание. А что ты делаешь? Что нам видно? Кроме неба.
Там ничего нет. Смотрим на другую сторону, туда, пожалуйста. Где ваши аплодисменты тогда? Хороший голос. Давайте, входной билет $100. О, вон я один дома. О, там я не дома. Сокровище. Сохраняется в городе. Во-первых, то, что вины 3000 на вид скала, как нам видно с левой стороны. И просто вы на самом верху потолок. И за вами большими высокими горами. То есть ни дождь, ни ветер, ни солнце не разрушился этот фасад. Поэтому самый лучший объект, который сохранился в городе. В общем, дорогие друзья, этот фасад называли бедуинов, как обнаружили швейцарцы этот город в 1812 году. Называли этот фасад Аль-Хазна. Казна или сокровищность на русском, то, что думали бедуинов, то, что в этот ковшин, который на самом верху посередине, думали, что это казна фараона или сокровищность фараона. И смотрим, она немножко разрушена, то, что они стреляли, думали, что будет бара, золото, бриллиант и так далее. Хотя здесь абсолютно фараон ни при чем, и кроме камня здесь ничего нет. И название до сих пор действует Аль-Хазна. Смотрим, дорогие друзья, четыре стила. Греческий, набатийский, римский, египетский стил. Но это все высекали набатийцам второй половины первого века до нашей эры. И предполагают археологи высекали этот фасад от 15 лет до 50 лет. Это все высечено во время набатийский король Артиас IV. Всем понятно? В общем, дорогие друзья, смотрим здесь четыре орла с правой стороны кувшина и слева четыре орла без головы. Это символ силы и свободу, плюс того, что эти орли носили душа мертвых людей на небеса. Смотрим, дорогие друзья, в этот фасад на баптистский календарь солнечный. Смотрим ниже кувшина, болдиск солнца, который окружает его 12 дубов или 12 свечек. Это 7 дней в неделю. Это на баптистский календарь солнечный, который сделан 1 века в нашей эре. Смотрим еще, дорогие друзья, ниже болдиск солнца. Смотрим, держит топор. То есть у них был отрезан бараний рог, чтобы легко достать оружие. Смотрим сюда на каждый. Французы их обнаружили в конце города. Еще раз повторяю. Французы, которые смывались с наводнением в 1963 году. В общем, дорогие друзья, считали этот фасад перед тем, как откопали. 5 лет назад считали этот фасад из двух частей. От ступени, которые вниз до трехугольника.
Ну что ж ты можешь был? У нас муж был страшный, вот тебе бесплатный доллар. А там шаг вороны. Сидят единственный объект, который мы действительно есть маленькая пещера. В этой пещере археологи обнаружили инструмент, который был заводен. Это инструмент они из гордого камня. По-русски называется кремень. Как можно камень высветить или вырубить другой камень? Девочка! Соседний граф не смотрим. Высветил один из гордого. בחיים, אחד לא יתקרב אליה. חרשו. Мы шикарные гробницы города. Смотрим. Три гробницы. Сделаны именно для самых богатых семьям или для семьям Берланов, которые продали город. А сюда смотрим на другую сторону. Самые простые гробницы. Как могли оказаться простые гробницы в самом шикарном районе? Можно называть Рублевка. Как могли оказаться здесь? То, что простые гробницы или сделали 2 века до нашей эры. А эти шикарные гробницы сделали 2 половины 1 века до нашей эры. То есть эти оказались в Анжу. Поэтому они находятся в Санкт-Петербурге. Смотрим, пожалуйста, лестницу за вами. Там хорошее исполнение, $5. В общем, дорогие друзья, то, что нам видно здесь, это чисто анатолийский театр. Гораздо будет больно пересекали ее. Этот театр поместится 3000 человек. Из-за этого археологи предполагают на стене Петра в те времена около 30 тысяч. А где они жили? Ниже. Можно я это расскажу? Они восстановили то, что наводнение снесло это камень неизвестно. В общем, чисто анапатийский театр. Сделали его для заседания парламента, для своих концертов, фестивалей. Религиозные праздники и особенно для похорон. Почему для похорон? То, что все, что есть рядом и напротив театра, это все гробница. Ну так тебе впечатлило? Да. О! Да, амфитеатр греческий. Город мертв. Wo? Oh, schon, sehr gut. Und morgen auf der Platz, ne? Oh! Oh! Если б мне всемогущество было дано,
Пошли, пошли, а то ты будешь долго идти. Не хочу. Ты мой маленький, красивый ослик. Да. قالهم حوالين خوتي مزلفوا له Смотри, посмотри, какой отеля. Победа.
нравится. Прощай, Иордания. Йода нет, йода все. Вид с нашего отеля на горы. В Табе. Утро 26 ноября 2008 год. Наш отель Holiday Tago. Красное море.
красный, на красный. Андрей на Красном море. Море теплое, соленое. Так хорошо дышится, сухой, свежий воздух и маленькие волнения. И так приятно здесь, тепло, уютно, замечательно. И это все в конце ноября, даже не верится. Ох. Нина Ивановна, фокус показать? Да. Попрыгает, прям балерина. Балерина. Ой, мам дорогая. Ух! Я боюсь, смотри. С ума, больше не надо, я боюсь. Раз, два, три. Опа! О-о-о! Много работы. Тебе надо в цирке работать. А ты понимаешь, на сцене начинаешь. Там шпагат и все такое. Угу. Да. Да, это природа. Мастер. А у меня Сашечка, она задирает ногу, касается сейчас вот 7 лет. Я думаю, когда она, я не знала, что она умеет. С ума сойти. Ладно, я. Не буду вам мешать. О чем вы стоите? Ну, вы снимаете. Посмотрите, смотрите, какая прелесть. Заповедник кактус. Вообще красивый. Замечательный цветочек. Вы красивый. Thank you.
Дико звучит в этом отеле. Благодатное место, конечно, тёплое. Сильные горы. Ох ты, какая красавица. Ты моя лапа. Цапелька, не цапелька, не знаю, что это. Цапля. Цапля? Удивительно красивое создание. Какая красавица.